The end of a cup season rhymes with final award ceremonies. After 8 IBU Cups, Russia's Anastasia Zagoruiko won both the women's IBU Cup total and pursuit scores. Если честно, основным моментом, наверное, у меня все-таки стало то, что я приняла участие во всех кубках IBU, потому что прошлый год я тоже выиграла общий зачет, но прошлый год он дался с более, наверное, трудом и как-то тяжелее, что ли, потому что и этапы пропускались, и приходилось, то есть, а нынче как-то это было, наверное, проще, и я на самом деле не ожидала, что я выиграю кубок. Ну, так получилось, и я рада. Для меня, наверное, было более запоминающееся, это когда я наконец-то нынче заняла призовое место. Это было в Оссербле, это было, конечно, приятно и какие-то эмоции положительные. Russia's Alexy Slepov won the men's IBU Cup total score. Ну, а мне, если честно, помогла команда. Хорошие лыжи, потом хорошие доктора, хорошие вообще условия в команде. И все это, ну, выделилось как какой-то определенный результат. То есть я-то сам, мне нужно вот на старт выйти, пробежать, финишировать и все. Ну, если честно, я этот сезон, конечно, еще побегаю на соревнованиях, и на следующий сезон я буду готовиться к летней Олимпиаде. Думаю, надо что-нибудь подобрать, какой-нибудь вид спорта, и, глядишь, может, что-нибудь получится. Серьезно?